пока не поймут, ребят, как привет. Этот гад мыслит. Сейчас посмотрим. Салазар, тебе же его легенды известны, как никому другому. Доставку. За что? За что он так сильно нас ненавидит? Ту примера Герра Фрия. Он с детства наблюдал, как Контрас насилует и истребляет его народ. Потом, в 72-м, было сильнейшее землетрясение. Его семья потеряла все. Год спустя, единственный дорогой ему человек, его сестра Жозефина, сильно пострадала при пожаре. Рауль с отцом начали все заново, продавали наркотики ради быстрой наживы. Они обрели богатство и могущество, стали легендой Манагуа. Картель Менендеса стал практически неприкасаемым. ЦРУ по приказу правительства США ликвидировало отца Рауля. Ага, и он возненавидел Америку и начал поставлять оружие в Афганистан, попутно собирая личную армию. И ЦРУ устроила охоту на него в Кабуле. Этот снимок нам Вудс показывал, помнишь? Видишь этого красавца? Это я. А этот страшила — твой папаша. После Вьетнама он стал очень опасным. Получается, этот молодой — это сын того, кого за кого сейчас играет, да, получается? Только так. Узнать о связях Менендеса со светом. Так, ребят, всем привет! Блин, задрали. Что ты видел, Вудс? Песок, песок, один гребаный песок. Связной Хадсона уже идет. Думаешь, китайцам можно доверять? Здесь можно. Они поддерживали маджахедов так же, как и мы. Они понимают, если в Афганистане победит Россия, Китай будет следующим. Русских никто не любит, да? Ты же меня знаешь. Я никого не люблю. Советую тебе не высовываться. Ой. Спокойно, Джао! Оружие мы доставили. Это прицел. Я беру право. Тут дайте подвинусь. Теперь о твоих обязательствах. Я отведу вас к лидеру Мацахеда. Кивер. Он поможет вам разыскать Рауля Менендеса. У нас свежие лошади. Лошадь. Вы поедете за нами. Точняк. Ну, поехали. Так, все. Ребят, всем привет. Мейсон, это Хадсон. Вы встретились с Джоу. Как раз направляемся в лагерь маджахедов. Ребят, всем привет, вы на канале. Думаю, не стоит напоминать, что о нашем присутствии никто не должен узнать. Если Россия узнает о нашем вмешательстве в Афганистане, будут серьезные последствия. Короче, мы играем в Call of Duty Black Ops 2. Все, больше ничего говорить не буду. А этому точно не было. Что-то они начнут перебивать. Задание Афганистан, какие-то раны, старые раны. И мы скачем на лошади. Мы считаем, русские вот-вот начнут штурм лагеря. Мейсон, поддай газку! Shift? No! О! Меня подрезал! Черт, упырь! Сейчас в жопу стрельну. Сколько подрезал, смотри. Подрезал. А, домой. Я думал, это тот тимурщик. Ой. Тимура стрелять? Побежали. Пойду прыжками. Глупо выглядит, наверное, но практично. Если русские и правда планируют атаку, помощь вам явно не помешает. Мы наняли пару специалистов в качестве советников. А вот и они. Рахман, это Вудс и Мейсон. Мои лучшие люди. Нам нужно оружие, а не солдаты. Так сойдет. Давайте-ка уточним. Мы отражаем атаку русских, вы сообщаете нам все, что знаете о Менендесе. Наша база здесь. При любой атаке враг сможет попасть в долину только через узкие ущелья. Это я знаю.
Наши люди защищают эти горы. Оружие даст им преимущество. Говенный план. Речь, между прочим, идет о русской армии. Они возьмут вас грубой силой. У них будет численное преимущество. И бронетехника. К этому ваши люди готовы? У них нет опыта обращения с нашим оружием. А у нас есть наше место на линии фронта. Вот и атака пошла. Русские приступили к штурму. Я-да! Буромирон! Ты веришь в свой план, американец? Это не просто вера, Чао. Приступим. Китайцы, блин. Какие-то арабы. Мы должны помешать им войти. Погоним, Мэйс. Пахай, пахай, пахай. Бегите! Спасайтесь! Че я себе по спинам? Ай! Хедшот тебя ждал. Ляж! Все, беру тяжелую артиллерию. Ловите, прям харю. Через развалины пробирается авиаток. Что еще? О! БТР? Раз. Мы должны не пустить их в долину. Сюда едет еще один БТР. Ще-ще-ще. Ай. А вы прикройте же вы меня, блин. Эх. Скрыть, скрыть, скрыть. Открывай. Чпонь. Чпонь. Ух, мина. Да? Постарайся установить их на пути техники. Давай, там я. О! Блин, Данчик, а я верну, не возьми, возьми. А, Грена, Грена! Батарею крышка! А это еще просто муа! Изумительно. Интересно. Мы должны не пустить их в долину. Хоть. Сюда едет еще один БТР. Хоть. Блин, а мне Лекнуса. Мина у меня уже в карманчике. Постарайся установить их на пути техники. Берем вот эту фигнюшку. Целимся. Стреляем. Батарею крышка! Охренеть! Целимся. Не получается отбросить, и мы умираем. Блин, тут все плохо сделано, то что... Смотри, когда эти возле тебя, плохо, не видно их, когда чистит. Мы должны не пустить их в долину. Сюда едет еще один БТР. Отстреливайте. Ай, ай, больно. Ты вышел башку, дурак. Хотя перезаходим. Скрываем. Чпонь. Чпонь. Берем минку. Минка, она уже у нас. Постарайся установить их на пути техники. А
кто-то. ВТРу крышка! Охрененно! Отбрось! О, девушка, девушка. На, прям вас! Мазохиды разберутся. Мазохиды? Мейсон, установи подрывной заряд в проходе. Что нужно, чтобы ни одна сраная машина сюда больше не прошла. А как? Я сейчас брошу, блин. Хотя в лицо, блин. Нет, вставай. Он умер как герой. Я там еще. Все, он умер за тебя. Он пожалел. Заряд установлен! Еще? Ты слишком близко, Мейсон, иди сюда! Срывай, Мейсон! Бабах делать? Кацет, западный проход не укрыт. Здесь техника точно не пройдет. Вудс, Мейсон, они бросили на вас все свои силы. А там же надо! Там же Маджахеды доложили, что с севера идут вражеские танки. Оружие уничтожено, оружие. Слезай, лошадь. Да тебе помог. Ай, дурачок. Эй, лошадь, что уже отойти? Огонь по танкам! Могу? Че, не могу? Танки все еще идут, Мейсон! У меня кривошли. Танки идут? Подожди. Ах, блин, надо их отгонять. Магазуй. Чем
Скажи, покажите мне этого дебила. Что-то хуже. Хасан, склад боеприпасов наш. Ты храбрый воин, американец. Мейсон, возвращайся на базу. У нас проблема. Какая проблема? Тебе лучше самому все увидеть. Все, вот так вот, побежали. Это БТР, блин! Я думал, кто бы мне так жарит смачно? БТР, ты, блин, и фигачит по человеку. Я думаю, что за хрень? Ух, блин, ракета прилетела прям под носом. Быстрее, быстрее, все. БТР, там, клад наш, живые ушли от Алини. Жопа! Ой. Убираем. Стоять, смотрели и фигачишь жопу мне. Моя лошадь. Смотри как. Там живут вообще тут пауки. Поворачивай давай, лошадь. Перезаряди. Перезаряди. Побежали. А, это шабас, да? Че, проблема? Твой старик был крутым сукиным сыном. Это уж точно. Кравченко практически дыру ему в башке просверлил, напичкал и этими долбанными цифрами, но он выжил.
Сам-то Мейсон говорил, что больше не видел этих цифр, но не знаю. Я в этом не уверен. Черт! Мейсон, тебе стоит на это взглянуть. Чё там? Это еще не конец. А что это такое? Русские хотят в последний раз показать грубую силу. Покажешь им отвагу. Чего? Чё ты за хрень выехала? Правильно, лошадями на танк крупный. Ничего не вижу. Что, зажмите или нажимаете? Чё? Мейсон, тебе стоит на это взглянуть. Вау. Это еще не конец. Выехала чуть-чуть больше. Русские хотят в последний раз показать грубую силу. Покажешь им отвагу. Вы со мной? Лошадями на танк. Что надо делать? Зажмите тогда. Бегим! Не повернулся. Давай. Прыгай! О, да! Спасибо! Кидай прям сюда! Нахер! Кидай! Признавайся. Ты Кравченко или как я? Ну, нафиг. Какого хера? Твою мать, это Кравченко! Кусок говна. Конечно, он замешан. Кравченко должен умереть. Пару раз я кое-что подмечал в его взгляде. Он вдруг начинал шарить вокруг глазами, а потом... Ни с того ни с сего говорил по-русски. Вот ведь Резнов. Хитрожопый Виктор. Вудс, может, допрос лучше мне провести? А может, ты пойдешь нахер? У меня с этой мразью неоконченный разговор. Ну нафиг. Я бросил тебя подыхать во Вьетнаме, сержант Вудс. Ты должен быть мертв. А я-то и не в курсе. Керамбин устал. Мой друг Рахман сказал, ты ведешь дела с неким сальвадорцем по имени Рауль Менендес. И что ты для него делаешь? Иди в жопу. Ты веришь в возмездие? А? Это территория маджахедов, детка. Тебя закопают по шею, завернут тебе веки и бросят жариться в пустыне. Я могу убить тебя быстро. Рассказывай мне. Я сейчас сломаю это. Я продаю ему оружие. Как-то не по-советски ты поступаешь, брат. Ты что делаешь, дурачок? Советский Союз подыхает. Теперь все решают деньги. Куда идет это оружие? Пальцы. Куба, Ангола, страны третьего мира. Зачем? Менендес хочет увидеть мир в огне. Но этому не бывать.
Он гораздо могущественнее, чем ты думаешь. У него даже в ЦРУ есть свои люди. Херня! Он на мозги трахает! Достойте молоко! Чёрнахо! Какого хера? Менендес сказал, ты должен страдать. Ах ты, двуличная мразь! Мы воевали с русскими на вашей стороне! Нет. Это вы были и всегда будете нашим истинным врагом. Бывают же такие люди, да? Без воды и укрытия ты продержишься день. Если повезет! Собаки. Прикинь, игра слетит. Давайте, чё вы все? Ну вот, мы в пустыне, заживо похоронены. И как ты думаешь, кого увидел там твой отец? Виктор, Виктор. Шулер. А, ты совсем как твой старик. Нет, это был не он. Резнов. Брось, если бы это был он, тебе не кажется, что он бы на чуток задержался? Хоть бы объяснил, что творится. О, все. Это миссия. Я не боюсь. Нов. Вообще запутался. Доступны войска, мужские котики. Кстати, я вам запутался. Это очень хорошо. На теперь 8 человек, аж 8. Ну а сейчас будем заканчивать. С вами был Антон. Вы попали на канал Люк. Всем удачи и всем пока.